Здравствуйте, мои хорошие, всех приветствую на своем канале. И вот хочу, девчонки, вам показать. Нашла упражнение для начинающих, чтобы худеть. И вот давайте с вами вместе. Сейчас попили воду. Чуть-чуть, минут 10 прошло. И мы идем делать эти упражнения. Так хорошо, чтобы у нас все пропотело. Конечно, не сильно, но чтобы хоть чуть-чуть мы сжигали жиры. Гулять особенно так не погуляешь, скользко очень. У нас все растаяло, снег, ну, не совсем, но тает. И дорожки скользкие. Не совсем он растаял по дорожкам. И походить будем заниматься дома. Вот. Такие вроде легкие упражнения можно делать. Если каждый день делаете, а потом мы лучше так научимся их делать и втянемся, и еще немножко новые добавить сюда упражнения. Потом добавлять по одному, по два, и уже заниматься где-то полчасика в день. Или утром, или вечером, у кого есть возможность. Мне кажется, и будет давать эффект нам. Ну, во-первых, во всяком случае, я решила попробовать вот эти упражнения и посмотрим, хотя бы месяц надо их поделать, не отлынивать, и посмотрю, что получится, может быть, эффект будет. Да будет эффект все равно, если заниматься упражнением, все равно эффект какой-то будет. Здравствуйте, мои хорошие девчонки, вот хочу показать еще упражнение, которое вот надо делать нам. Нашла, вот тоже надо в домашних условиях. По 19 секунд делаешь вот такие упражнения. Потом раз, два. И правильно делаем. На одну ногу, видите, не получается, но надо делать. Надо на другую ногу встать. Дальше, девчонки, начнем делать. Фух. Хорошо. На улице скользко, думаю, можно так позаниматься. Чуть отдыхаем. Дальше. Это для начинающих. Для нас. Two, one, go.
Слава-то. Опять для начинающих. Такие упражнения я начала делать. Всем привет, девчонки! Сегодня вот у меня вот такой завтрак. Здесь это не овсяна, блин, не омлет, а как сказать, в общем, 2 ложки овсяных хлопьев, которые готовить надо, варить, 2 яичка и чуть-чуть, 20 грамм сыра натертого на терке. Сюда вы перемешиваете и на сухую сковородку кладете под крышечкой. Получается такой омлет, не омлет. Ну, в 100 граммах 160 килокалорий этого омлета. Ну и авокадо у меня. Вот. Ну, чайник стоит. Кофе будем пить еще. Чайник греется, потом попьем кофе. Всем приятного аппетита, присоединяйтесь ко мне. На ужин, девчонки, у меня салатик с капустой, морковь, свекла, метелка называется, и рыба, филе рыбы, не скажу, какой забыла, это не минтай, другая, но я не помню уже, белая рыба, как филе. Вот не помню, могу сказать вам. Все это я потушила в кефире. Без масла на кефире. И с луком потушила. И салатик. Вот такой у меня ужин. Обед у меня был просто щи. Не белый, красный, с томатной пастой. Не люблю белые. Я их почему-то не сняла. Ну, вот ужин снимаю. Перекусов у меня не было. Ну, не было такого, чтобы что-то перекусить. Да и получается, между моим питанием мало времени, ну как, чтобы что-то перекусывать. Вроде как там чайку потом попил или что, и все, и перекусывать уже не перекусываешь. Ну вот. Всем, кто ужинает, присоединяйтесь. Всем приятного аппетита!